Привет, привет, мои юные друзья-телезрители! Лёвушка снова и снова от всей души приглашает вас в гости. А вы знаете, ребята, о чем бы мне сегодня хотелось вам рассказать? А, даже не догадываетесь, разговор наш сегодня пойдет о самых хитрых, и я бы даже сказал, хитроумных существах, о лисах и лисичках, и тех тонкостях и хитростях, которые с ними связаны. Но кто не знает, что лисица зла и коварна? Но, по крайней мере, в сказках и баснях Патрикеевна выступает именно в такой роли. Она либо дурачит лопоухого волка, либо издевается над беззащитными существами, а сама ловко избегает любой опасности. Порой лисы весьма остроумным способом обеспечивают себе обед. Но не подумайте только, что они изобрели нечто новое по части курятников. Нет, здесь все по-прежнему. Разбой и, так сказать, кражи со взломом. Подлинное бедствие. Ну а там, где курятники отсутствуют, лисы все же раздобудут себе лакомство. Например, в Актюбинской области зачастую можно наблюдать, как лисы исправно провожают пассажирские поезда, отходящие от станций, где продают копченую рыбу. Они поджидают, когда пассажиры, уютно расположившиеся за столиками купе, насытятся рыбой и выбросят объедки в окно. Вот так, благодаря бескультурному и бессознательному поведению некоторых оболтусов и нерях, швыряющих мусор из окна вагона, спасаются от голода хитренькие лисички. Есть у лисиц еще одна маленькая хитрость, секрета которой пока так никто и не разгадал. Вверху лисьего хвоста, в нескольких сантиметрах от туловища, есть небольшая лысина. Она образуется от соприкосновения меха с носом хищника. Во время сна или отдыха лиса, свернувшись калачиком, непременно уткнется носом в эту точку своего пушистого хвостика. И неспроста, а чтобы вдыхать нежный аромат пармских фиалок. Нет, конечно же нет, цветы на лисьем хвосте не растут, но их заменяет подкожная железа, которая и источает благоухание. Знатоки утверждают, что на морозе запах лисьего хвоста особенно чарующий. Но смысл этого странного явления, как я уже сказал, пока неизвестен. Зато известно всем, что кроме лисиц животных существуют морские лисицы, такие плоскообразные, напоминающие по форме ската существа, вероятно, получившие свое название благодаря окраске и хвостику. А также наверняка многие из вас любят собирать грибы с милым названием лисички, которых в наших лесах в урожайный год просто видимо-невидимо. Они тоже рыженькие и как бы немного кудрявые. Вот такие себе лисички. Ну а герой нашего мультфильма «Лисенок Вук» – представитель самого что ни на есть настоящего лисьего семейства. И сейчас вы снова с ним встретитесь. Итак, располагайтесь поудобнее, потому что мы смотрим мультфильм. Вот и закончилась еще одна серия этой удивительной истории, а вместе с ней подошла к концу наша передача, и как бы мне не хотелось расставаться, но есть слово «надо». Единственное, о чем я хотел бы вам напомнить, так это о том, что я по-прежнему жду ваших рисунков и стихов на конкурс «Африканская экзотика». Адрес помните? Улица Ярославская, дом 50, Угличское общественное телевидение. Передача «У Лёвушки в гостях». Ну или просто «Лёвушки». Пока!